И к другим темам. ОГЭ отменили, а вот ЕГЭ переносится на более поздние сроки. Об этом сообщает Минпросвещение России. Решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и по рекомендациям органов здравоохранения. Конкретные даты будут озвучены в ближайшие дни. Изменения коснутся также формата проведения аттестации. Выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ по итоговым отметкам. Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.